Ребят, всем привет. 5 августа 2022. Я нахожусь в районе Натома, Сакраменто, примерно 5 минут езды от моего дома. Мы живем в другом городке. И вот здесь нахожусь у одного знакомого участке, небольшой участок. Да, ребят, ну вот мы на участке таком небольшом, ну, человек-любитель тоже. Я начну вот отсюда. Уже прошли с ним, но я говорю, давай-ка, я говорю, значит, сниму видео, потому что повторяться не хочется. Вот этот цветник жены его, это ее, там разные растения у него из семян выращенные, как бы. Здесь у него тоже вот семена, саженцы и так далее. Но мне очень интересные фруктовые деревья, гранаты разного, разных сортов, включая даже русский сорт есть там у него. Медовый Вася. Очень много цитрусовых гранатов. Видите, коллекция большая. Вот там вот три еще граната. Огород. Он пакистанец. И абрикосы тоже редкие сорта. У нее очень много деревьев привитых. Вот это очень интересное дерево. Посмотрите, насколько оно красивое. Дерево называется яванская слива, или джамун, или джамбул. У меня не получается его вырастить вот до таких размеров, замерзает каждый год. У меня в грунте тоже оно, а здесь очень красивое дерево. Плодоносит, говорит, начинает на 10-й год. Деревья очень большие растут. Здесь, посмотрите, великолепные растения у него, гуавы. Великолепные просто. 1,4 метра в высоту. Это тропическая гуава, тропические гуавы. Сейчас я посмотрю, даже сортность у него есть здесь. Оно не привиты у него. Вот они, эти в плодах. Красивейшие, мощные растения, яблони здесь есть. Вот это белый сапоте. Тоже вот у него один, говорит, плодик висит. Вот он. Очень вкусное, вкусное плодовое растение, великолепное. Смотрите, гуава, это вообще облеплено. Вот такая поросль, мощнецкие растения. Очень редкость. Большая редкость у нас в Сакраменто. И вот здесь у него много выращенных из семян растений. Яблони, гранаты, это мушмула. Тоже у него почти все привито. Ну, разные сорта на деревья привиты, по десятку разных сортов. 5 гранат, яблоня. Тут у него саженцы, опунции. Вот опять, видите, саженцы. Вот это, ради этой ягоды я подъехал. Это пакистанская какая-то ягода. Я потом название найду и покажу вам, ребят. Я проехал у него попробовать. Хурма, абрикосы, слива. Вот посмотрите, какая рясная, красивая. Вторая слива. Тут белая слива, очень красивая. Вполне вероятно, что это гибрид. Это да, я думаю, что это априкот. Не априкот, а оплот. Слива с абрикосом. Вот такой небольшой субтропический сад. Виноград. Тут у него в углу это черемои маленькие. Шелковица тоже несколько сортов привита. Мушмула. Виноград, суккуленты, инжиры. Вот это коллекция у человека. Вот еще суккуленты. Потом здесь я вот вышел, это китайский финик. Йойоби, зизифус. Персики, авокадо, гранаты красивейшие. Вот я сейчас хочу показать вам медовый Вася. Вот это медовый Вася. Говорит, плоды небольшие, поспевают в сентябре рано. Очень вкусные, практически семена не ощущаются. И здесь у него еще инжиры. Вот такой небольшой участок. Смотрите, ну сколько тут? Сотки две, может быть, от силы.
Давайте я с такой перспективы. Сотки две от силы. Но любитель здесь посадил массу растений. Засыпана у него земля мульчей древесной. И все, в принципе, неплохо себя чувствует. А кое-какие растения великолепно. Он их обрезает коротко, чтобы они были компактные. Видите, все обрезанные деревья. Чтобы не было загущения. Ну вот как-то так, ребят. Thank you for watching.